Всем привет, дорогие друзья, я приветствую вас на канале Рус FIFA PES. И сегодня у нас будет карьера за Спартак. Уже, если не ошибаюсь, там пятая либо шестая часть. Ну, потому что еще до этого не смонтированы части, и я пока не знаю, какая это именно будет часть. Вот, собственно, сегодня у нас будет выпуск полностью без каких-либо нарезок, склеек. То есть все будем играть одним дублем. Я надеюсь, может, что-нибудь будет подрезано, дабы все было красивенько, четко и прочее. В общем, сегодня у нас будет 3 либо 4 матча. Это у нас «Зенит», «Урал», «ЦСКА», ну и, возможно, «Терек», клуб, который уже не существует. Ну, как минимум, сегодня у нас будет 2 топовых клуба, то есть «Зенит» и «ЦСКА». С ними поборемся. Первый матч у нас будет против «Зенита». Все, погнали! Каких-то эмоций, я думаю, вряд ли они у меня будут, конечно, там всякие, вот, когда фиферы там орут и прочее. Здесь мы, значит, у нас культурный канал, здесь никто кричать не будет. Возможно, если что-то будет прямо экстраординарное, то какие-то всплески эмоций возможны, вот предупреждаю. Аршавина, наконец-таки, искусственный интеллект поставил на левый фланг. Обычно он его ставит, знаете, куда? А вот я вам скажу, он его ставит в опорную зону. Да, вот так вот все печально происходит. Ну и все, в принципе, погнали. Прессинг активный включен. В последнее время я не играл вообще во всякие эти футбольные ваши симуляторы. Около 12 дней. Ну, немножко играл в PES. В PES мне очень нравится. И как обычно, когда играешь в PES... Но там довольно-таки сложновато, да? И возвращаясь в FIFA, тебе кажется, что тут, как, ну, в общем, уровень игр абсолютно другой. То есть уровень интеллекта в PES намного выше. И когда возвращаешься в FIFA, намного легче тебе играть. Так, пас прошел. И чё, и первый гол, и первый... Ах ты ж, Лукас, почему ты не мог реализовать это? Такой... эротичный пас от кого? От Козлова, наша легенда подрастающая. И Лукас, ну нужно было только лишь реализовать этот эпизод. Ну ладно, будем, значит, качать слабую ногу и прочее. Ну, пока неплохо. Вот у нас даже первый момент был. Уйдем немножко. Аршавин, чего? Куда? Ты что решил вспомнить Евро 2008? Что? Ну, пока неплохо. Ну, это первый, ну, это один из лидеров чемпионата, поэтому тут комментарий излишний. Что, моя оборона просто вот куда ты встал? Куда ты встал? Тебе надо было на него нападать. Нет, он куда-то встал. Вот, может, у меня в настройках не то, что ли, стоит что-то. Хотя все должно быть правильно. Ну, прессинг, все правильно. Искусственного офсайда нету. Ну, не знаю, моя защита куда-то попятилась, если честно. Я даже не понял, куда. Вот, ну ладно, давайте перейдем. Не будем никуда переходить. Будем в балансе находиться. Значит, иньян и прочее. Очень надеюсь я сегодня на Яковлева, которого поставил на фланг. Вот, конечно, на нападающем он еще лучше играет, но... Нападающий у меня есть, а на флангах очень мало игроков, поэтому пусть на фланге побегает. Итак, Козлов закрутит, ну, это была хорошая попытка. И, в принципе, у нас здесь подошел к концу сезон. Здесь, значит, начинается с февраля сезон и заканчивается вот летом. Ну, потом дальше опять лето идет, но почему-то карьера именно в российской премьер-лиге начинается зимой. Ну, типа Рашка, блин, Рашка, она же типа зимой, там у них постоянно зима, вот поэтому сделаем зимой. Вот, возможно, это этим обосновано. Может, пишите, почему так. Не знаю. Вот. У меня так, значит, такая мысль возникла. Здесь нас накрывают, поэтому, ну, назад отдаем. Яковлев оказался вообще в центре поля почему-то. Здесь стоит немножко протащить мяч, и у нас его выбивают просто-напросто. Вот. Еще что-то я хотел сказать. А, хотел сказать, что активность на канале упала,
упала очень сильно, и меня это, конечно, расстраивает, но не расстраивает сегодня забитый гол от Азбилиса. Почему-то я его, кстати, в старте выпустил. Я его не люблю выпускать, люблю я выпускать наших русских пацанов, мужиков и прочее. Но Азбилис, во-первых, ему 23, то есть он еще даже не на пике. А во-вторых, он может с левой ноги вот такую вот залупить штуку крутую. Ну, поэтому я его выпустил даже... Это даже с разворота был удар, чтобы вы понимали. Это довольно-таки сложно исполнить. Будет бить Роман Широков, известный всем своим характером. Но Пистяков здесь, он знает, как бьет Широков. И поэтому довольно-таки легко... контрит этот удар. Почему-то мои игроки, вы почему пятитесь? Они не могут, они не умеют играть в прессинг вообще. Я не знаю, с чем это связано, конечно, потому что средний рейтинг игроков, то есть атака, защита и нападение. Ой, это опасный момент, и Лукас, давай! Ух ты, Малафеев тащит. Вот, средний рейтинг игроков, он довольно-таки неплох. Поэтому я не знаю, с чем связано то, что они не могут нормально играть. Но Яковлев пробьет! Ух ты, и Малафеев тащит. Давайте посмотрим же этот эротичный эпизод. Ну, Малафеев просто блестяще. Так, Азбилис, может дубль, давай. Крути! И наш же, что это наш помешал нашему? Это был вот... Куда ты лезешь? Зачем? Давайте. Но без этого никак все равно в особых случаях. И это хорошая передача на Лукаса, который включает скорость и пробьет. И пробьет второй раз, и это 2-1! Ну ух ты, моя. Отлично. Кстати, лонгшот Яковлева опять тут нам показывают. Видимо, это самый крутой удар, за исключением голов. В сути, 16 минут на весь матч ушло бы у нас. Ух ты, обыгрывает. Вы видели, что сделал Соломон сейчас? Это просто... какой-то космос был. Какие-то пасы тут в касании. Ничего. И вот двоих вот так вот обошел. И еще бы чуть-чуть. И это было бы опасно очень сильно. Это ушла куда-то непонятно. Ну и была возможность даже, может быть, и опасный момент создать. Ну да ладно. Итак, Козлов рвется в бой. Обошел трех игроков, четырех, пять игроков. И пенальти дай! Не имеешь права отдать пенальти. Видите, вот раз игрок, два игрок, три игрок. Здесь сделал ложный замах. И вот что это? Это же не было касания мяча. Это же, пенальти, что должно быть. Понятно. И здесь вот так вот дальше продолжается. И давай, и заверши, Лукас, почему ты так плохо сыграл? Ну-ка, Глушаков, давай, удар, хороший удар, но не гол, к сожалению, и чуть-чуть не хватило, чуть-чуть буквально не хватило. Ну, вы посмотрите, ну, это просто, ну, удар хороший, ну, еще вот тут немножко бы, смотрите, отобрал, еще чуть-чуть бы дотянуться, но Малафеев один из крутейших вратарей своего времени. Трансферов уже пойдем играть в следующий матч. Что-то убытки терпим, но ничего страшного. Итак, мы должны победить ЦСКА. Конечно, победим, ничего страшного. Так, ну-ка, промис не удалось подписать. Контракт подписан, комментарий игрока. За мою карьеру у меня не было возможности выиграть множество трофеев. Надеюсь выиграть их здесь. Конечно, брат. Ну, не знаю, Лига Чемпионов вряд ли, конечно. В общем, пришлось мне выйти из игры. И то, что вы видели вот этот матч... Зенит, который я выиграл 2-1, да, пришлось переиграть. Но в итоге мне было играть лень. И поэтому я решил просто симулировать этот матч. Халк на позиции 1-0. Ну что это? Слушайте, а мне... Я вмешиваюсь в ход этой игры. Я должен... В общем, за справедливость. То есть, что я буду делать сейчас? Для начала яркость, конечно, прибавлю, потому что мне неудобно играть. Я сделаю вот так. Вы меня, возможно, как-то там, я не знаю, что-то скажете нехорошее про меня, да? Но я скажу вам так. Хватит это, собственно говоря, терпеть.
Конечно, пусть забьет не этот самый, не Лукас, а Мовсисян, но мне абсолютно без разницы, потому что я хочу, чтобы справедливость, она восторжествовала. Вот мне даже мяч дают, говорят, давай, Рус ФПС, беги, забивай нам, типа, ну, справедливо же должно быть. Тимофеев, Глушаков, Козлов, все, спокойно. Обратно и... Слушайте, чего? Что я делаю вообще? Ну ладно, так, Гатагов, может, забьет первый гол в своей карьере за Спартак. Нет, отдадим... Класс, я даже не могу забить самому легкому. Самой легкой сложности. Ну ладно. Кстати, недавно тут играл в ПЕС и довольно-таки неплохо за Россию играл против... Там сложных сборных, то есть Франция, что ли, была. Вот, и я вынес спокойно 3-1, играя на самой сложной сложности. Но я играл не с телевизора, а с компьютера. То есть было довольно-таки легко. Ладно, значит, Мовсисян оформляет. Что он там оформляет? В общем, переходим на звезду футбола опять-таки. И сейчас будем просто тянуть игру. Я могу... Опа. Если ты меня травмировал, я тебя уничтожу просто. И переиграю, и все что угодно сделаю. Вы видели, что это был великолепный финт. И капитан команды соперника просто берет меня и вот так вот бьет. Так, я пробью. Если я забью, вы меня не ругайте, пожалуйста. Ну, вряд ли я забью, конечно. Я и говорю, вряд ли забью, тем более там Малафеев стоит, что ему забить это... Это надо так постараться. Еще раз почитаю. За мою карьеру у меня не было... Блядь, фу, ё-моё. Не буду читать, вы уже там прекрасно все видели. Все, у меня уже от стресса я не могу ничего говорить. Итак, Таски. 26 лет. Хочет купить какой-то Greuther Fürth. Видимо, немецкий клуб, скорее всего, вторая лига. 28 лет, скорее всего, и потом только уже продам. А вот Яковлев в Бордо, ничего себе. Какие клубы-то интересуются нашими футболистами? Я попрошу больше. А если они, конечно, предложат 5 миллионов, возможно, я его и продам. Но, скорее всего, вряд ли. Трансферная политика у меня такова, что я хочу вот оставить своих игроков. Своих. Ну и в принципе я тут подумал, вот если я беру Промеса, значит мне кого-то из фланговых игроков нужно, естественно, продавать. Вот. Ну, давайте я предложу 7500 и еще плюс, и не на 5 лет, а нет, на 5 лет все-таки, а то и еще бонус тебе 5% целых, да? Хорошее предложение, я думаю, хорошее. Так, ну и Промес, что тебя не устраивает. Так, кстати, я забыл, у меня есть Кротов, кстати, напоминаю. Джурада я не использую, его надо будет продавать, скорее всего. Хотя у него введение аж 86. И, короче, надо Кротова задействовать уже. Не желает тратить время. Так, а что тебе не нравится-то? Ну, давай я тебе сразу тоже вот 7500 дам и бонус. Хочешь? Я думаю, точно захочешь. Ну все, потратили мы тут время, конечно, на вот эту всю фигню с тем, что у меня игра вылетела. Ну ладно. Итак, во-первых, Зобнин, мы его сразу же включаем в стартовый состав на первую игру. И включаем мы Кротова. Что? Вы видели только что? У него рейтинг 57. На правом полузащитнике и прочее, вот. 45 даже. А здесь на правом форварде 66. Я думаю, что это надо вот тут сделать так, чтобы все было красиво. Включим мы вот так. Ну и в принципе надо продавать. На следующее трансферное окно я вас всех продам. К чертовой матери, мне столько не надо. Вот, здесь мы все настроили, здесь мы тоже все настроили. Штрафные, ага, Козлов, зачем тебе бить штрафные удары? Ну, что ты говоришь-то такое? У Урала какая-то интересная схема, конечно. Так, у меня там звезда футбола стоит, я надеюсь, да.
Все, звук игры футбольной нужно включить. Звуки футбола должны быть. Так, активный прессинг, что-то какой-то пока не активный. И почему-то у меня Лукас, я же поменял. Ну ладно, ладно, пусть Лукас бежит. Яковлев, а что, это сразу что, атака что ли? Ну ладно, давайте. Ну ладно. А что, я же поменял схему-то. А, ну ладно. Блин, я же поставил Зобнина. Что случилось-то, FIFA? Все, это баг FIFA. Ну, извините, ребят. Значит, задействуем Зобнина в игре с ЦСКА. Вот это его будет первая игра такая, что прям вообще. Кстати, мне нужно уже делать так, что, например, это что, Загоев перешел в Урал? А, нет. Не Загоев, просто на букву Д там была фамилия. Итак, Глушаков, пушка страж. Фу ты, ё-моё. Пробей. Во. Так, чё ж такое? А, вот всё. И это... Что? Это что, прям был удар, прям удар, что ли? Ну, видимо, вратарь не видел, что мяч шел, значит, мимо ворот. И поэтому решил его отразить. Итак. Итак, давай, давай. Сюда, беги, сюда. Ложный... Ух ты, уходим на ложном замахе. Но здесь... Всё-таки мощный... Защитник ураловский. И в касание. Ну, в касание не получилось, ну ладно. Не умеет пока играть в касание. Так. А здесь... Что ты... Ты чего делаешь-то? Ты... Куда ты меня бьешь? Опять? Так ты что, с ума сошел, что ли? Куда ты лезешь? Куда? И второго еще Лукаса, и еще Макеева. Вы что делаете? Вы что творите-то вообще? Всем охренели. Ну ладно, ладно, спокойно. Ща вам зарешаю в дальний угол. Блин. Ну ладно. Инициатив и прочее. Ну вот сейчас Козлов может проявить инициативу и проявляет, но блокировка не очень отлично. Корпус слабенький, надо поработать. Там протеинчика попить, может быть. Итак, Козлов, давай, пробей мощный с левой ноги. Заболотный на воротах. Вы когда-нибудь такое вообще видели? И как он тащит, кстати. Я куплю его, наверное. Нет, вряд ли. Ну, прикольно так. Заболотный на воротах. Ну, вот. Так. Хотел я отдать передачу, но она не прошла. Отбор, если честно. Макеев, давай вынеси. Ну, не туда выноситочку. Куда ты делаешь-то? Чего? Все. Это был самый скучнейший матч за всю историю FIFA. Не только за историю моего канала, но и за историю FIFA. Просто дрянь, если честно, а не матч. Вот. Фу, мне даже как-то тяжело стало после этого. И опять у нас убытки какие-то тут. Ну-ка, новости. Объявлен состав команд. Ну, так. Козлов. Козлов, видите, вот в левых защитниках. Мой крутой Козлов, который великолепно забивает голы, его ставят на левого защитника. Как вам такое? Яков Бурлак, вон мои еще там. Кто еще? Камбаров. Так. Кто еще? Глушаков. Так, ну и в принципе Дзюба, Панченко, Бухаров, Павлюченко. А почему Козлова-то не поставить? Вот, господи. Так, Аргентина. Видимо, у меня какой-то аргентинец завалялся. А, так, ну... А кто именно? Скорее всего, какой-нибудь... Ну, я так и не понял, кто именно. Но, видимо, кто-то из моей команды аргентинец. И... Его взяли. Так. Мьюних хочет купить. Все хотят купить моего Таски. И именно из немецкой Бундеслиги. Бордо хочет купить Яковлева за 3500. Что-то мне подсказывает, что я не хочу его продавать вот вообще. Вот. А вот Таски, наверное, я все-таки продам. И продам я его вот тот, кто предложит больше денег. Потому что он уже, ну, скоро завершать, ему надо будет карьеру. Продам за 3400.
Вот. Все, матч ЦСКА. Ребят, я тут подумал, что 20 минут для видеоролика это уже и так много, поэтому оставшиеся матчи с ЦСКА и Тереком я переношу на следующую серию, где вы их и увидите. Там вообще будет просто жестко. Поэтому я прошу вас подписаться на канал, поставить лайки, нажать на колокольчик, также отослать этот видеоролик, репостнуть своему знакомому, другу и прочее, ну, чтобы увидеть следующую серию. Вот. Она, скорее всего, будет на следующей неделе, также на выходных, возможно, через неделю. Посмотрим. Вот. В общем, желаю всем удачи, здоровья и прочее. Всем пока.